Сегодня 8 марта 2018 года. Мужчины нашего предприятия восторжены. Восторженно. Да. Хотят поздравить наших милых дам. Анатолий Никитович, вам слово. Федор, ура! Мне только пришло сообщение, в общем-то, и по сути, да? Дорогие женщины, если вы получили подарок от мужчины 6-го, вы любовница. Если 7-го, вы коллега. Если 8-го, вы любящая жена. Я к чему? Будьте 1-й, 2-й и 3-й. 6-м, 7-м и 8-м. 8-м. Короче, с наступающим праздничком. Будьте вы счастливы, любимыми. Всегда, чтобы у вас было рядышком тепло, уютно и комфортно. Одна скромные цветы и скромный конверт. Спасибо. Спасибо большое. Счастья, здоровья и кохания до бестяна. Спасибо большое. Спасибо, дорогие мужчины. Скромненькая стенгазета. Тут тебя будет целовать. Не, я говорю, ну я ж примазался. И заработал поцелуй? Да. А вы вот так не ставили стол? Вот так? Да. Зачем? Не, ну как ты неудобно. Всем в столу.